потрясающим подкатом. Играл эпизод до конца, устоял на ногах. Лаутаро, защитнику своей команды. А Джеко немножко не в ту сторону убежал, но ему повезло от Кулибали. Ну а вот стадион Наполи, эпизод. Для него было все по правилам. Дюмфрис, ох, какой рывок сейчас. После матча уже люди получают всяческие дисквалификации. Зато вот такая манера судьбы. Очевидная причина следственной связи между владением мячом и голами. Барелло очень технично сыграл. Дюмфрис здорово ставит корпус. Локтем или нет? В этом году, что тоже хорошо. Ну а Интер, ну, по крайней мере, с игрой в запасе по потерянным более динамичным. Дюмфрис! Очередной забег по правому флангу, но первый на мяче. Дюмфрис. Устали, мне кажется, команды от такого. Передача. И Кулибали. Шансов у него выиграть вверху мяч не было вовсе никаких. И ответ на пытаться угловой штрафной заработать. Что он пытается сделать?